Ладно, теперь я здороваюсь с уникальным человеком. Я ему выражаю свою благодарность. Если бы не он, меня бы ученые не знали. Тут пусть писали такое, не все, не хочу повторяться. Но Ребрик Александр Алексеевич, если вы на экране сейчас видите или, может, потом увидите, вот, я хочу сказать, что я вам благодарен. Почему? Потому что я как бы всего лишь двухминутный отчет старого бухгалтера, который, если все сложить, больших и маленьких фирм около 1000, несколько десятков этих. Это у меня вот юбилей, как бы это. Коротенький отчет, несколько десятков фильмов, снятых вместе с телевидением, разных, даже в московском телевидении «Культура». Вот. Про это самое, книги, эти самые диски, все-все-все, учеба. И два московских вебинара в том числе. И вы единственный журналист, знали все. А перед этим что было? Перед этим началось, как это называется, не саботаж, как когда человек это, вот, печатала крупнейшая газета, подвергся критике главный, этот самый, редактор. Московская крупнейшая газета, да, подвергся критике, запретил меня печатать. Белорусское крупнейшее издательство, еще даже крупнее, запретил меня печатать. Приусадебное хозяйство, мои лучшие эти заклятые друзья, вот, прекратили меня печатать. А это какой тогда абрикос, бросок на север? Напечатали же. Ведь могли целую серию напечатать, абрикосы везде бы были. И вдруг в моей жизни появляется Ребрик Александр Алексеевич, русский, московский интеллигент, чистый интеллигент, ну, судя по говору, по внешнему виду. Вот. И начал меня печатать в крупнейшем, красивейшем журнале. Вот. Этот журнал печатал и докторов, профессоров, и прочих кандидатов, доцентов, аспирантов. Вот. И все увидели десяток моих статей. Вот. И для меня это было, я поэтому выражаю свою признательность, свои юбилярные эти годы. И тогда уж покажу, смотрите, это, кстати, они в честь меня, по-моему, конях выставили. Вот. Приятно было. Но это было после. То есть они сперва убедились, что было. А было что? Один из потоков меня слушает. Посмотрите, как меня слушает. Один из сотни приемов, да? Вы многие сейчас его не видели еще. Я еще все не успел рассказать. Старый нудный бухгалтер. Смотрите. Вот это облом ветки, которая росла под острым углом. Кто, кроме меня, знал и знает, почему они обламываются? Вот берите их, это, все, на кольцо, раз, нету, есть страшная рана. А придумали другой способ, самый щадящий, отгибание. И никто не знает, что отгибание ему по барабану, только лишняя работа. Тут и так столько работы в саду надуманной. Вот почему. Видели? И отгибание не помогает. А это я вот рассказывал людям. А на этом и все. Ну, послушало меня сотни человек, а дальше-то что? Но самое интересное было, когда закончился очередной вебинар, их было два потока. Половина сразу на выход, это в основном москвичи. Посмотрите, как люди улыбаются. А этим я сказал, кто останется, я научу рамками владеть. Вот так. Вот. И что интересно, а у меня своя статистика. Оказалось, что среди оставшихся биополя от метра до двух, до трех, больше, чем у половины. И как огорчались те, также судовно, но процентов выше в несколько раз, чем средний по стране. У меня своя статистика. Это уже говорит о том, что а биополе это здоровье. А? Понимаете, это здоровье. Ну, кто об этом знает? Но ведь когда это я взял, вам процитировал эту же самую Википедию, там, ну вот, что там. Ну, короче, перед вами сидит городской сумасшедший. Понятно.